Малака! Это же хозяин орла! А ты постарел, Фотий, дыхание пса. Последний раз, когда мы виделись, я поджег твой корабль. Здесь люди платят наемникам больше. Все платят больше, чем Маркос. Я сразу. Наемника только могила исправит. Ты прав. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Да, в отличие от тебя. Ладно, я... Но что? Я не забыл былые деньки. Я... Так, я... Зачем жрецам? Серебро и деньги. Кстати... Чтоб я в Аид провалился. Да, они собирались продать добычу в крепости Десфи. Это их тайный зал. Я смотрю, они не скрываются, да? Что ж, мы пришли. Место собраний культа. У нас под носом. Я захожу. Постережешь мои вещи? Оружие лучше оставить здесь. Вряд ли им оно придется по нраву. Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Thank you.
Кто придумал эти нелепые наряды? Поздно, так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Здесь так много людей. Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень-очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает, но нет, она наше оружие. С ней... Не просто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли ты говорить потом. Thank you.
победителю посвятят состязания на Олимпийских играх. Ты так влиятелен. Я властен над любым из них. Давай, сделай ставку, если не боишься. Ставлю корабль мрамора на Афинину в метании диска. Слишком легко. 25 кораблей рабов на спартанцев. Довольно. В карманах пусто. Да-да, как я могла забыть. Олимпийские игры останавливают даже войны. Но не обмен драхмами. Ты не слушаешь. Мать бесполезна. Забудь о ней. Еще как слушаю. Просто ты не прав. Сейчас нам нужно найти отца. Возьми себя в руки, Малака! Визжишь, как свинья на бойне. Я понял, клянусь. И я убью его. Отпусти. Любишь смотреть, да? Так сделай следующий шаг. Давай, преподай урок этому нахалу. Что он натворил? Да какая Каиду разница? Повинуйся и без вопросов. Я подвел вас. Я испугался, но это в прошлом. Ты с художником не можешь справиться. Что случится, когда тебе прикажут убить Архонта? Я справлюсь. Я убью Фидия. Я... Ну, пусть знает, что бывает с трусами. Их поджаривают. Давай сюда. Нет. Нет! Еще? Нет. Я еду в Афины. Я найду храм. И убью его. Вот. И впредь не трать мое время зря. Мне нужно больше сведений, чтобы выявить культистов. Теперь проваливай. А не то запачкаешь одежду ее кровью. Ты! Кто-то приходил к тебе домой и убил стражей у входа. Говори, кто или изуродует твое милое личико. Прошу, умоляю, мне пришлось. Он угрожал меня убить. Он! Тебе конец! Что ты ему сказала? Отвечай! А то появится другой повод плакать. Как бы я хотел вмешаться, но если меня разоблачат, все это бессмысленно. Вам от меня. В чем дело? Твое лицо как маска Мельпомены. Твои родные живы пока. Я... Не трогайте их. Прошу вас. Все в твоих руках, но ты будешь слушаться, потому что знаешь, что им грозит. Прошу. Нет. Мы убьем твою жену, сына. Зачем тебе тогда жить? Незачем. Именно.
Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Мы должны убить Перикла. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. И нам сейчас нужно искать отца. Мы знаем, кто мать. Разыскивая отца, мы зря потратим силы. Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать? Мать. Верно. Подумай хорошенько. Моргнуть не успеешь, как Перикл укрепит оборону, и мы упустим шанс. Прошу меня извинить. Двух мнений быть не может. Культ должен решить. Пока от нас хотят лишь крови, как бы ни потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Что будет с матерью? Сделай милость, говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Вы нашли ее? Нет, но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа.
тому, кто так изменчив, нельзя доверять личные сведения. Мне пора. За наше дело. За него. Странно. Я что-то чувствую. Это пирамида, как тот кристалл, что был у Элпинора. А, последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песня силы. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... Нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Элпинор мертв. Среди вас предатель. Артефакт укажет на него. Ты! Все пройдут проверку. Ты давай. Все. Иди. Ты сюда. А!
Предатель мертв! Ты жив. Они знают меня, мою семью. Хотят убить мою маму. Ясно. Дурные вести. И еще. У них есть она. Есть кто? Воин. Я не видел бойца сильнее и свирепее. Геродот, это моя сестра. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копье. Да-да. Копье! Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас, тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? Перикл, царь свободного народа Афин. Царь? В Афинах нет царя. Это Перикл служит людям, а не наоборот. Служит людям? Ха, ты прав. Цари так не делают. Перестань. Он хочет закончить войну. Как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать? Ее надо найти. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью! Твой долг защищать Грецию. Наш долг. Предупреди Перикла. Но моя мать! Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подле Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде... Нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе. Но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний культист. Thank you.
Космос хочет знать, какие тайны хранят сердца людей. Поэтому я вырезаю их. Рабы будут покладистее, если вырезать правила у них на затылке. Чего стоит одна жизнь без тысячи других за ней? Народу власть ни к чему! Миром правят деньги! Я провел 20 лет в море и понял, что культ – мой дом. Мы правим хаосом и не щадим своих врагов. Битва закончится, лишь когда останусь я один.
Хаос — великая сила! Без меня культ — ничто. Я внушаю страх даже богам. Склонись! А моя боль уйдет? Если вселишь в нее страх. Славно. Ты, видимо, лекарь. Да, я... От пройдох нападу... Боги и медицина без... Ты все продумал. С виду ты силен и... Тебе некогда за ней сходить. Мне боязно. Ты знаешь, чего хочешь. Пока да. Я принесу травы. Да. Он сказал, травы растут у ручья. Я близко. Ах!
или Каону нужны эти травы? Только мандрагоры хватит. Можно возвращаться к лекарю. Спасибо. Ладно. Но я принес тебе... Я оставил двойную порцию. Ладно. Спасибо. Один у загона для скота на западе. Я разыщу боль. Он пред... Спасибо. В каком смысле? Он сирота. Это точно. Ликаон. Обещанный ли... Вид у него бы. Он постоянно ходит. Думаю, он... О, спасибо. Почему? Говорит, что не хочет обременять своими заботами невинную женщину. Ну, что сказать? Раздал лекарства всем больным. Славно. Моя бабушка Проксифея. Да. О, спасибо. Спасибо за помощь. Скажи, много людей ты убил? Чему ты клонишь? Разве не заслуживаю? Нечестный человек. Обманывающий и людей, и богов. Ты о Проксифее? Она была пророком, но тот, кто приходил за советом, слышал лишь ложь. Твоя бабушка – бывший оракул? Да, из храма на холме в Дельфах. Она призналась мне, что не слышала богов и говорила то, что ей велели. Злые люди со злыми умыслами. Именно. Они разжигали войны. Ее нужно наказать. Я... Ложное пророчество разрушило мою семью. Если это была она, я лично разберусь с ней. Убирайся, Ликаон! Я знаю, чего ты хочешь! Ты только опозоришь нашу семью! Это неправда, Агава! Но Проксифея должна... Ты все равно опоздал! Разве это справедливо? Не все так просто! Она была старой лгуньей! Я Алексиос. Я тоже пострадал от лжи... Чтобы все уладить, нужно найти ее! Я поищу. Что мне оставалось делать? Речь шла об убийстве! Этот шанс нельзя было упускать. Все пошло не так, как я рассчитывал.
Я за нее в ответе, а не ты. Проксифея обронила браслет в пылу борьбы. Но обычный вор не бросил бы такую ценную вещь. Похоже на контракт. Доставьте груз в условленное место нетронутым. Если речь о бабушке Ликаона, быть может, она жива. Видел тот рядом. Ну, например, разбойники захватили. Как это так? Ее прогнали. Любопытно. К западу от. Спасибо за совет. Проксифею забрали в дом к западу отсюда. Спасибо, что все вы. Я не глуп, Ликаон. Агава подвергла Проксифею риску. Нет. Ты не убийца, в отличие от меня. Я в ответе за нее. Она не должна страдать. А пока ты разделаешься с похитителями. Найдем Проксифею. Спасибо. Похоже, Проксифею держат в этом доме. Надеюсь, меня никто не заметит. Выпустите меня! Давай! Спасибо, дитя. Нам нужно уходить. А вдруг еще разбойники? Нужно уходить. Не стоит глаз Аполлона. Или ты несла чье-то еще слово? Значит, ты все знаешь. Верно, я всех обманывала. Мне ужасно жаль. Кому это нужно? Кто-то надоумил злодеев похитить тебя. Нет, не спрашивай. Это были те, кто хочет наказать меня. Те, что носят маски и плащи. Не говори вслух. Почему ты лгала? Люди верили!
Ты должна была нести им слово Аполлона. Я не собиралась врать, когда стала оракулом Аполлона. Семью? А ты помнишь семью спартанцев? Их младший ребенок должен был умереть. Прости за все, чего ты лишился. Ты узнал? Мне стыдно за себя. Я приму наказание. Но не дай внуку стать убийцей. Нет, я за нее в ответе. Я убивал и знаю, что у жестокости нет конца. Лучше двигаться дальше и с пользой прожить жизнь, данную богами. Дальше? Она стара. Убийство из мести не изменит прошлое. К тому же, разве не ты говорила? Благодарю тебя. Ты прав, Алексиус. Я не могу простить свою бабушку, только не сейчас. Ты поступаешь правильно. О, как ты... А как справляешься ты? Люди вверяют... Ты нужен мне, Алексиус. Я думаю, ты многое пережил, Ликаон. Станет пить эликсир из этого. Здесь меня могут заметить. Thank you.
можно сделать из таких ингредиентов? Мисти, ты как раз вовремя. И кто это, Аукс? Мисти, который вновь за... О, нет, ты ведь знаешь, я не могу утолить... Глупость, я приготовлю эликсир... О, бог... У Карагаса нет сил. Позволь мне... Прежде у меня не было на... Она довольна? Этого хватит на несколько дней. Спасибо, Мисти. Возьми твои деньги, ты заслужил их. Вперед! Oh, they are DNA.
Давай.